Все, а сейчас все, появилось видео в Телеграме тоже. Смотрите, видно, Телеграм тоже не справляется. И Телеграм, очевидно, он не был готов к тому, что столько людей будут смотреть Тору. И поэтому Телеграм у нас не справляется. Все. Получилось. Итак, сегодня у нас урок, мы продолжаем изучать Тору. Мы продолжаем изучать тему, как увеличивать радости. Но сегодня у нас будет урок, чуть-чуть такой, мы уйдем в сторону. Почему мы уйдем в сторону? Потому что та книга, которую мы изучали, там оставалось буквально, ну, может быть, там на 4-5 уроков. Я летел когда в Венгрию, я не взял ее с собой. И потому что чуть оставалось, тяжело книгу тащить. Я ее оставил, мы закончим книгу «Увеличивать в радости», закончим, когда я вернусь с Божьей помощью в Израиль. А сейчас, я думал, так как Песах, сейчас будет 2 дня, например, будет 2 дня праздника, я не буду в эфире ни во вторник, ни в среду, я не буду в эфире, потом четверг, пятница, потом шаббат, потом опять 2 дня праздника. В Европе праздничные дни удваиваются, я не буду проводить, когда в Европе, я не могу нарушать, и, значит, поэтому у нас будет много перерывов в этот раз, может быть. Ну да, будут перерывы, ничего, отдохнете от меня, можно смотреть уроки в записи, есть очень много уроков в записи, как раз вы можете, я очень советую, посмотрите, есть цикл уроков про Песах, например, шикарный, прям, очень есть много хороших уроков, и сейчас у нас есть в онлайн-школе, Тора Трон называется, такое приложение, как в Телеграме, где все есть циклы уроков, это очень удобно, спасибо большое Грише Цибульскому, который сделал эту невероятную работу, и вообще вся наша команда, которые сделали единый бот, в котором есть все уроки и все остальные боты. У нас есть, например, бот, где можно изучать Мишлей, полностью вся книга притчи царя Соломона, разбитая по главам, по отрывкам, очень удобно в Телеграме прямо ее изучать. То же самое, есть бот Каэлит, Экклезиаст, вообще шикарный бот. Есть сейчас, мы запустили бот, вот этот Тора Трон, в котором все уроки. В общем, как раз у вас будет время, если уроков нет, разобраться в этом. Я вам скажу, что я лет 7 назад, может, даже больше, вот я услышал, почему надо установить время для изучения Торы, именно его держаться. И я установил тогда для себя вот в 10 утра этот урок. Это для меня такой, как стержень всего моего дня. И я прямо установил это время для себя, что я к уроку готовлюсь, учусь и урок провожу. Получается, тоже это изучение Торы, обучение Торе. Потому что это очень важно, чтобы именно Тора стала основой жизни. Тора – это связь со Всевышним. И вот сегодня как раз я решил провести урок. Значит, вчера был день рождения. Был день рождения Любавического Ребе. Получается, что он сегодня тоже продолжается, 11-го Нисана. И совпало как раз, что это день рождения моего отца, Зихрона Левраха, чтобы он был упомянут к благословению. И, значит, ну, мой отец, он уже в возрасте, в очень достаточно пожилом узнал, что такое быть евреем. Причем у него интересно, у него была такая жизнь. Его мама была русская, а папа еврей. И он всегда был Борис Исаакович Пентусевич, записан был евреем по папе в Советском Союзе. И он никогда не отказывался от этого, хотя мог, мама его была полностью 100% русская, Бабичева Анна Владимировна. И, значит, он мог быть и русским, и быть евреем. Но он выбрал быть записанным евреем. Но когда он потом приехал в Германию, то ему в еврейской общине сказали, что, вы знаете, извините, Борис Исаакович, но вы не еврей по еврейским законам, а вы по еврейским законам, вы не еврей. Он говорит, как я не еврей? Я живу в Пентусевич Борис Исаакович. И что? Значит, они говорят, ну ничего, это прекрасная фамилия, но по еврейским законам, по Торе вы не евреи. И он тогда как бы задумался над этим, и он начал изучать Тору. Начал изучать Тору, значит, он прошел де-юре ортодоксальный, в 72 года он сделал обрезание, 2 года он учился, изучал Тору, заповеди, все, прошел. У рав Брадбетера есть такой, Йосеф Брадбетер, это Равинский суд, там все. Значит, все по закону, и стал он евреем, и по еврейскому тоже закону, значит, прошел де-юр, да. Потом у них с мамой была хупа, мама
удивилась, что у них после 80 лет еще была одна свадьба, моя жена организовала. Значит, быть евреем это или родиться у женщины-еврейки, причем неважно на каком поколении, если у человека, например, его зовут Иван Иванович Иванов, там, или Петренко, и у него прапрапрабабушка по материнской линии еврейка, то он, значит, он заходит в синагогу, евреи, все по всем законам, неважно кто, что остальные, евреи. Теперь понятное дело, что он может заходить еще куда угодно, и все его будут воспринимать русским. Это лучшая ситуация для человека, да? Он и там свой, и там свой. А если он, например, наоборот, у него там, значит, все евреи, 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 и одна прапрапрабабушка по материнской линии, прабабушка по материнской линии, мама мамы, мамы, ну вот туда вот затесалась по маминой линии, и она не еврейка, то он не еврей, представляете, хотя он может быть вообще полностью там все остальные евреи. Такой закон. Теперь Тора, да, Тора это объективная реальность, назовем это так. То есть это не то, что можно изменять. Есть трактовки, есть интерпретации, но Тора это как точность есть вот в каких-то законах физических, химических. Тора это тоже, это точность. И сегодня я хотел, чтобы мы изучили Любавич Штерева, который посвятил свою жизнь по распространению Торы. Да, и сегодня его день рождения. Он выбрал из Торы 12 отрывков, которые он считал очень важно, их каждый день повторять и знать. Он назвал это 12 отрывков для детей. Значит, и вот, но так как те, которые не знали про Тору, про свою связь с еврейством, со Всевышним, они называются в статус человека, который, например, еврей, но который не соблюдает заповеди, он называется украденный ребенок, Маугли. То есть Маугли, его же воспитывали среди волков, и он думал, что он волк, но он же не был волком, он был только по воспитанию волк, а внутри-то он был человек. Поэтому эти 12 отрывков, я считаю, что нужно знать всем, кто хочет приближаться ко Всевышнему через путь Торы, через еврейский путь, через путь народа Израиля, то эти 12 отрывков я хотел сегодня в честь дня рождения Рыбаевского Рыба, значит, чтобы мы изучили то, что он считал самыми важными 12 отрывков из Торы, которые должны изучать и дети, и украденные дети Маугли, и те, которые хотят присоединиться к еврейскому народу через вот этот вот народ Израиля. Израиль – это прямо к Богу переводится слово. Яаков получил тогда это имя. Вообще, еврейский народ как народ сформировался в Песах. И именно только после дарования Торы еврейский народ стал народом. До этого это была община Яакова, его 12 сыновей, которые женились на женщинах, которых неизвестно откуда они их брали тоже. И дальше это все распространялось. И в то время до дарования Торы, значит, стать евреем было очень просто. Вышло из Египта много людей вместе с еврейским народом. Было одно правило. «Коля кофер бавада зара». Каждый, кто отказывался от идолопоклонства, он назывался иуди. Он становился сразу иуди от слова леодот. Леодот – это благодарить, прославлять Всевышнего. То есть, как только человек до дарования Торы, когда были сформулированы все вот эти вот нюансы, 613 заповедей и так далее. То есть до этого нужно было только, это написано в трактате Мегила, «Коль акуфер бавадазара», каждый, кто отказывается, кто отрицает идолопоклонство, он становился в этот момент некраюди. Но после дарования Торы, значит, в Торе прописано, что только нужно принять на себя все 613 заповедей, Тору, и, значит, тогда человек становится евреем. Это называется диюр, пройти диюр. Почему, в принципе, принять сам процесс вот этого принятия, он занимает секунду. Как и в Песах, например, для того, чтобы отказаться от всего квасного, которое в доме, достаточно просто сказать от всего сердца, что я отказываюсь от всего квасного, которое мне принадлежит, и с этого момента оно мне не принадлежит, оно является как прах земли, оно не мое. И ты тогда выполняешь заповедь не владеть хамцом квасным в Песах, да? Запрещено в Песах иметь во владении квасное, хамец. Но что? Но тем не менее, мудрецы сказали, надо убрать весь дом. И надо даже потом со свечкой проверить во всех щелочках. Надо проверить, чтобы туда не завалилась какая-то крошечка. Хотя
Зачем это все делать, если достаточно сказать формулу, которую мы после этого говорим, отказ от хамца, достаточно одной формулы. Ну, мудрецы говорят, в принципе, достаточно, но мы не уверены, что на сегодня человек настолько владеет своим мышлением, своим внутренним миром, что он, сказав «я отказываюсь», он реально отказался. Поэтому лучше убрать, лучше убрать. То же самое с диюром. Сам момент принятия, что я принимаю на себя Тору, и я, как сказали народ Израиля перед получением Торы, они сказали, «Наасэ ванишма, сделаем, а потом будем уже разбираться, слушать там, и так далее». Так этот момент секунды. То есть все, сказал я, принимаю на себя всю Тору, сделали обрезание, значит, окунулся в микву, выходишь еврей. Но мудрецы сказали, нет, мы не понимаем. Вот он в данный момент, он да, стал евреем, но он же потом может не соблюдать все заповеди, все установления. Зачем нам нужно еще один священник, грубо говоря, который не соблюдает заповеди, гневает Всевышнего тем, что он не соблюдает заповеди? Нет. И поэтому процесс де-юра длится год, например. Да, и год человек изучает, за ним наблюдают. Ему говорят вначале, не надо. Ты можешь спокойно служить Всевышнему, тебе не надо быть евреем. Прямо конкретно ему объясняют это и говорят, зачем? Вот моему отцу тоже объясняли. Зачем вам, Борис Исаакович? Ну, какая вам разница? Будьте уже, вы хороший еврей, мы вам хороший человек. Все, зачем вам нужен этот де-юр? Он говорит, нет, хочу, чтобы все было по закону. И по закону это значит, 2 года он учился, изучал законы, чтобы они проверили, что он знает, о чем идет речь, и что он будет это все соблюдать. Хорошо, значит, сегодня у нас тема 12 отрывков, которые Ребе считал, что каждый ребенок еврейский, каждый, кто хочет быть причастным к народу Израиля, это 12 главных таких вот ключевых отрывков истории, которые нужно знать. Значит, первый отрывок, который нужно знать, Тора. Это прям можете назвать, набрать, потом погуглить, 12 отрывков истории, которые Ребе сказал, что все должны дети еврейские читать. И все евреи. И все, кто хотят стать евреями. Значит, первый отрывок такой. Тора цива лану Моше. Тору приказал нам Моше. Наследство общины Якова. Значит, это написано в книге Дворим. Очень понятный отрывок. Тора приказал нам Моше. Мы знаем, что когда еврейский народ собрался возле горы Синай, Моше, знаете, раздался голос Всевышнего и сказал, «Я Бог, который вывел тебя из земли египетской, чтобы быть твоим Богом, и не будет у тебя других богов». Но когда этот голос Всевышнего они начали воспринимать, то у них начала отрываться полностью душа от тела. То есть их духовная сущность отрывалась от материальной сущности, то, что называется смертью. Во время смерти духовное тело, душа выходит из тела обычного, и это называется смерть физического тела. И они начали умирать. Они начали умирать, они просто все выпадали. Тут же как бы Всевышний их оживлял, они опять умирали. То есть, и они поняли, что они не в состоянии воспринимать Всевышнего. Тогда они сказали Моше Рабейну, пускай Моше поднимется и говорит с тобой, он пророк, он в состоянии воспринимать тебя, а потом нам передаст. Значит, а так как они были тоже уже на уровне пророчества, когда они слышали голос Всевышнего, то они видели, что Моше Рабейну это чистый передатчик, который, как они говорили и поверили в Бога и в Моше Авдой, и в Моше его служителя, да, в его раба. То есть они говорили, пусть Моше тогда получает. И Тора, само слово Тора, это его числовое значение 611. И Моше Рабейну поднялся на гору Синай, и значит, он там получил всю Тору, которая была выражена еще в 611 заповедях. Это ключевые такие моменты. А две слышали от него весь народ. Поэтому Тора 611, цива ляну Моше, приказал нам Моше. Мураша, наследие общины Якова. Все, это первый отрывок, с которого, в принципе, дети начинают разговаривать. Это первый отрывок, который должна по Шулхан Оруху, что родители, еще ребенок маленький, он лежит в своей этой самой люлечке, этой, а ему родители говорят, «Турати валяну муше, мураша тилати Яков». Значит, наследие общины Якова. Второй отрывок, который Ребе говорил, читать, произносить. Второй отрывок, который ключевой в Торе, по его мнению, который нужно изучать. Это «Шма Исраэль», «Слушай, Израиль», «Ашем Элокейну», «Бог всесильный наш», «Ашем Эхад», «Бог один». Все, это второй отрывок, это «Шма Исраэль», это заповедь из Торы. 2 раза в день говорит «Шма Исраэль», мы говорим молитву «Шма Исраэль», ложась и вставая.
Значит, Шма Исраэль — это второй отрывок. Не будем сейчас его разбирать глубоко, мы много раз его разбирали. Главное здесь нюанс, что когда человек говорит Шма Исраэль, слушай Исраэль. Исраэль — это высшее, вот это вот высшее проявление человека, его души прямо к Богу. То есть верхняя как бы полочка, на которую человек может подняться в своем человеческом восприятии, это Исраэль. Исраэль — это тот, кто уже вот он уже не в этом мире, он уже там, он уже со Всевышним. И Шма Исраэль — это пробуждение в себе вот этой высшей сущности, которая, если еще чуть-чуть, один шажок вот туда вот в духовность, то уже материальности нет. Это как раз вот это промежуточное Исраэль, это промежуточная станция такая, да? И дальше Бог всесильный наш, Бог один, все. То есть Бог творец мироздания, и все, что в мироздании, это все одно целое, нет никого кроме Бога, нет никаких других сил, кроме Всевышнего. Третий отрывок. Третий отрывок очень связан с нашим сегодняшним периодом. Мы находимся перед Песохом, день исхода из Египта, когда Бог взял народ из Египта и вывел его вначале в пустыню, дал Тору и привел в землю Израиля. Этот вот ключевой момент, который сделал народ Израиля народом, и ради чего вообще вся эта была история. Поэтому третий отрывок. «Беколь дор вадор» – «В каждом поколении и поколении», «Хаяв адам» – «Должен человек», «Лерот этот смо» – «Видеть себя», «Килу» – «Как будто бы он», «И отцами Мицраем», «Как будто бы он вышел из Египта». То есть то, что сейчас будет Песах, и вся вот эта подготовка к Песаху, убирание квасного, потом... Значит, пасхальный седер, где рассказывается исход из Египта, 4 стакана вина, маца, горькая зелень и так далее, вся вот эта вот процедура такая, да, она для того, чтобы увидеть себя выходящим из Египта. Но не только в Песах нужно себя видеть выходящим из Египта, а все время видеть себя выходящим из рабства. Все люди рабы, все люди служат или своему эго, своему я, или привычкам. Это путы, которыми эго опутывает человека, или другим людям, да, и так далее. То есть мы все рабы, и вот выйти на вот эту вот духовную свою сущность, видеть себя выходящим из Египта, из рабства, это выбор, о котором нужно помнить. Выбор всегда есть, быть рабом. Мы не рабы, рабы не мы, да. Значит, вот это третий, это четвертый, третий отрывок, да, что в каждом поколении нужно видеть себя выходящим из Египта. Четвертый отрывок. «Коль Исраэль ешлаем хелек леурам аба» – каждый Исраэль, каждый, кто принадлежит народу Израиля, есть у них доля в грядущем мире. Как сказано, народ твой, все праведники, есть такой отрывок в пророке Ишаяу, по-моему, «Амех кулям цадитим» – народ, все праведники, «Леулам иршуарец» – навечно унаследуют землю, «Нецер матай» – саженец моих насаждений, «Маасея далит пэр» – дело рук моих для великолепия возвеличится. Это Бог обращается так к народу Израиля и говорит, что вы саженец моих насаждений. То есть мы привыкли воспринимать человека, что человек это ну как мы привыкли, вообще само это слово не имеет смысла, потому что каждый воспринимает человека по-своему. Один говорит, человек это там развитая инфузория, развитая обезьяна. Другой говорит, что нет, человек это там, я не знаю, ну есть множество определений, кто такой человек. Тора воспринимает человека, это отражение его духов, души. То есть душа человека, это главная часть человека. И душа корнями уходит во Всевышнего. И человек это как дерево, только корни в небе. Корни не в земле, а корни в небе. И получается, что а вниз, вот как бы вот эта вся часть внизу, которая, да, это уже как отражение, проекция того, что в небе, проекция души. И Бог сказал, что те, которые себя причисляют, те, кто принадлежат к Израилю, да, народ Израиля, это они очень сильно соединены с Богом. Исраэль, это само слово переводится прямо к Богу. И поэтому они как насаждения, которые потенциально имеют долю вечности, но чтобы эту долю реализовать, нужно быть цадиком, нужно быть праведником, нужно быть тем, кто выполняет волю Всевышнего, а не идет против него. Хорошо, дальше. Дальше. «Тикаров леха адавар маот бефиха увелевавеха леасуто».
Следующий отрывок, пятый, он звучит так. Что близко к тебе эта вещь очень, или эта вещь, или это слово, через рот твой и через сердце твое ты сможешь ее сделать. Значит, это говорится и про молитву, и про заповеди, и про изучение Торы, и про тшуву. То есть, в принципе, служение Богу, оно происходит следующим образом. Человек что-то узнает, дальше то, что он узнает, он в это верит. Дальше он начинает говорить слова Торы, там, Шма Исраэль, молитву, другие молитвы, общаться со Всевышним, делать тшуву. И это доступно каждому. То есть, когда человек говорит, я не могу учить Тору, это иллюзия, конечно, он может. Когда человек говорит, я не могу в это поверить, это иллюзия, он может. Нет такой силы, которая может устоять перед желанием человека. Человек может захотеть все, что угодно, поверить во все, что угодно, сказать все, что угодно. То есть Тора и служение Всевышнему – это просто вопрос выбора. Это не вопрос каких-то сложных там вещей, манипуляций. Просто человек себе говорит, я, например, я божественная душа, да, я хочу приблизиться ко Всевышнему, да, я хочу узнать, что Бог от меня хочет, да. И дальше начинается, это то, что сформулировано все в этом отрывке, что эта вещь очень близкая тебе. Ничего сложного в этом нет. Ничего сложного в этом нету. Вообще, в принципе, все, что касается веры, ничего сложного в этом нет. Все люди живут в своей вере, каждый живет в своей истории, о себе, о мире и так далее. Теперь шестой отрывок. Шестой отрывок, значит, сейчас мы ускоряемся, нам осталось 3 минуты. Хорошо, шестой отрывок. «Ваинэ Ашем ницав алав». И вот Бог стоит над ним, и наполняется вся земля его славой, славой Всевышнего. «Умбит алав». И он смотрит на него, на человека. «Убухэн клайот». И проверяет его внутренности, да, и сердце, его мышление, все его тело. «Им овдо карауй». Или он служит Богу, как должен. Значит, здесь это отрывок из, я вам скажу откуда, Сефера Таня. Это книга, которая, главная книга для Хабада, книга Таня, ее составил Альтер Ребе. Здесь передается, как технически Всевышний взаимодействует с миром. То есть он не там, он внутри. И вот этот вот свет, который пронизывает каждого из нас, свет Всевышнего, который дает нам возможность двигаться за счет выбора человека. То есть любое движение человека – это направление его желания. Но его желание, оно откуда берется? Всевышний дает ему силу двигаться, силу хотеть, силу всего. И вот этот Всевышний, который наполняет все мироздание, он одновременно дает силу, но и одновременно проверяет одновременно, ну, можно так сказать, да, технически происходит проверка. Значит, технически происходит проверка то, что человек делает. Потому что, вот, например, вот сейчас как происходит, да? Значит, как происходит? Вот есть, например, какие-то люди, которые, они там пишут какие-то гадости, да? Ну, плохие люди пишут плохие слова. Ну, может быть, неправильно, может, они неплохие люди. Может, человек выпил, там, может, он пьяный, может, сумасшедший. Мало ли, он, может, неплохой, просто малеха не в себе. Теперь, но его же очень просто заблокировать. То же самое со Всевышним. Всевышним он всем дает, даже дуракам, даже сумасшедшим, он всем дает силу. Но в конце концов он блокирует тех, которые ведут себя неправильно. Это выражено в этом отрывке, что он наполняет все мироздание, везде, в каждом моменте вот этого мироздания проявляется Всевышний. Седьмой отрывок. Берешит бара Элоким, это Шамаем ва Эт-Арец. Это первый отрывок Торы. Вначале сотворил Бог небеса и землю. Значит, Всевышний сотворил все мироздание. И об этом надо всегда помнить, что изначально этого мироздания не было. И все мироздание – это творение Всевышнего. Из этой вот, из его желания возникло мироздание. Не все духовные миры, все материальные миры и так далее. Восьмой отрывок. «Вышинантам ливанеха вадибартабам». То есть слова Торы нужно научить повторять своим сыновьям и повторять их, сидя дома и находясь в дороге, ложась и вставая. Это тоже отрывок из Торы о том, что мышление человека лучше наполнить словами Торы. Тогда ты наполняешься самым чистым проявлением Всевышнего в этом мире, слова Торы, слова пророков –
И этим надо заполнить свою голову и повторять это своим детям. Дальше. Игати вело мацати альтамин. Это из Талмуда. Рэбе выделил это как важное, чтобы все дети это знали. Это закон жизни. Игати вело мацати альтамин. Если скажет тебе кто-то, что я старался и не нашел, не верь. Ло игати ве мацати. Не старался, не работал и нашел. Тоже не верь. Игати ве мацати таамин. Но если кто-то скажет тебе, я старался и я нашел, такому верь. То есть все в этом мире идет через старание, включая духовный рост. Это надо помнить. Дальше. Десятый отрывок. Ваавта лереха камоха. Возлюби ближнего как себя. Раби Акива сказал, это клаль гадоль бетура. Это главное правило в Торе. Возлюби ближнего как себя. Любовь к ближнему тоже, значит, как оно работает, да, понятно, что возлюби ближнего как себя, это главное правило, сказал Раби Акива в Торе, любовь к ближнему. Дальше, 11 отрывок. Везе коль адам, и это весь человек, и цель его творения, и творение всех миров, высших миров и нижних миров, то есть вся система духовная, она состоит из множества каскадных миров. Льет ло дира зубы тахтаним. Быть Всевышнему как пристанище, дира – это место, где он находит в нижних мирах. То есть весь смысл изучения Торы, служения Всевышнему и так далее, когда человек присоединяется к Богу, только у человека в этом мире есть возможность присоединиться к Творцу, то есть подняться на верхний уровень. Как бы весь этот мир – это каскадное проявление Всевышнего, но у человека за счет Торы есть возможность присоединиться к Творцу, к верхнему уровню. И получается, Всевышний сквозь него заходит в нижний мир и проявляется в нижнем мире. Это вот такая вот система. 11 отрывок и последний 12 отрывок из 12 отрывков, которые нужно произносить каждый день и в которые дети заучивают наизусть и поют как песню. «Исмах Исраэль Баасав» – «Будет радоваться Израиль тому, кто его сделал». Какое в этом объяснение? «Шеколь Миша у Мизера Исраэль» – «Каждый, кто из семени Израиля, да, из потомства Израиля, ешто лисмоах басимхат Ашем». Нужно ему радоваться радостью Бога, радостью Всевышнего. «Ашер сас весамеах бадирато бетахтаним», который ликует и радуется в своей квартире, да, это человек становится, который соблюдает заповеди, он становится как пристанище Бога в нижнем мире. И Бог ликует, что у него есть такое пристанище, радуется, ликует. И человек тоже должен радоваться. Вот этот момент радости, он является индикатором, что все, Всевышний здесь. Поэтому будем дальше продолжать увеличивать в радости. И Всевышний будет внутри каждого из нас, в сердце, вокруг, в действиях, в мыслях, в словах. И будет тогда мир во всем мире, будет все великолепно. В этом мире у всего есть недостаток, кроме Всевышнего. И когда ты присоединяешься ко Всевышнему, то тогда у тебя тоже нет недостатка ни в чем. Поэтому в заслугу того, что мы изучаем Тору, чтобы Всевышний нам помогал. И так как мы сегодня сделали этот урок, именно можно сказать, мы изучали то, что Рэбе сказал изучать, то пусть Рэбе за нас там на небе помолится Всевышнему, чтобы каждый, кто что-то просит в данный момент от Всевышнего, чтобы Рэбе, который очень любил всех, да, всех людей, и еврейский народ, и всех людей в мире, чтобы он за нас там помолился и сказал, что смотрите, эти они друзья Ваикра, партнеры Ваикра, спонсоры Ваикра, все, кто слушает уроки Ваикра, они молодцы такие, учат Тору, хотят соединиться со Всевышним, и чтобы Всевышний дал нам всем для этого большие ресурсы, здоровья прежде всего, благополучия, деньги, хороших друзей, и чтобы все было великолепно. Все, всем удачи, успеха. Завтра у нас, с Божьей помощью, сегодня пятница. Сегодня шаббат Агадоль. Сегодня как раз шаббат перед Песахом. Это очень важный шаббат, подготовиться. И будем выходить на свободу в понедельник вечером. Так что до встречи. Шаббат шалом. Всем шаббат шалом. Значит, чтобы был в этот шаббат огромный в мире, наступил наконец-то шалом. Шалом внутри, шалом вокруг и шалом во всем мире. Все, всем пока. До завтра. Не до завтра, до воскресенье. Шаббат шалом.